настоящее время, как я понимаю, рынок безопасности находится в стагнационном больше состоянии, поскольку он зависит от макрофакторов. Так как основные драйверы роста, такие как строительный рынок и рынок госзаказов, спецпрограмм в настоящее время не растут. Соответственно, они не увеличивают объем нашего рынка. Наиболее, скажем так, динамичными, то есть областями, сегментами рынка, которые сохраняют определенную динамику роста, является видеонаблюдение, как сегмент наиболее близкий к конечному потребителю и понятный конечному потребителю. И, скорее всего, пультовая охрана, которая может расти на росте тревожных ожиданий. То, что касается систем контроля доступа, я бы сказал, что объем рынка сохраняется примерно тот же. Примерно то же самое касается рынка домофонии. Да, здесь появляются новые технологии, рынок убыстряется по домофонии.